В Белгороде на станции скорой помощи номер 55 сегодня сразу несколько кабинетов были заполнены коробками с подарками. Это поздравление с профессиональным праздником от депутатов Белгородской области. Уже более года сотрудники медицинских служб работают в усиленном режиме, спасая жизни людей каждый день. Сегодня тот самый день, когда есть повод уделить врачам особое внимание и выразить свою поддержку. Работы, конечно, очень много в связи с пандемией, но мы духом не падаем. Как всегда, на боевом посту. Это сладкие подарки, которые мы вам хотели бы передать. Они достанутся абсолютно каждому работнику станции скорой помощи по всей области с наилучшими пожеланиями и благодарностью, огромной благодарностью и признательностью за ваш труд.